Гей-гей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Джокер. Как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 3, рубрика «Аниматроги испугались охранника», пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет! Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Мы с Серегой вдвоем, а все остальные да. Аниматроники. Сбылась ваша мечта, бабушкины калитки построены очень успешно. А живые это даже, калитки. Знаешь, это даже не бабушкины калитки, это какие-то мышеловки. Давай, Димас, продемонстрируй подписчикам, как они валят меня. С одного удара? Офигеть, я не знал, что они так лупашат мощно. Так. Интересно, аниматроников с одного удара тоже завалят? Не знаю, не знаю. Нет, Серега, точно нет. Так, смотри, они же могут головой калитки толкать. Уходи, я тебе фонариком в глаза. Ай, блин, Серега, не подходи, не подходи, это бешеные калитки. Калитки. Эй! Ой! Случайно выбежал. Обстоятельства. Вот случайно выбежал на дурачка. Извини, обстоятельства ударил тебя. Бывает, бывает. Да ничего, жить буду. О-о-о, смотри, идет. Эй, ты что там расшатал? Эй, под землю провалился. Мать, пошел вон отсюда. Бабушкина калитка. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Серега, нам ничего делать не надо, они друг друга watchят. Да. А я лежу, отдыхаю. Все хорошо, летим вовнутрь. Чпоньк. Слышу, челепиздрик идет. О, давай, пускай его сюда, пусть заходит. О, челепиздрик, а он нам ничего не сделает. Да слышишь, снеговик, бомж ты. Ай. Они хотят, чтобы мы разозлились. Вы, ребята, потом поймете, почему рубрика так называется. Аниматроники испугались охранника. Это только начало. Так, я пока не буду идти в офис. Я возьму какую-то оружку сначала. У нас же есть замораживающая, ты помнишь, оружка? Да, ну это чересчур, Димас, по-моему. А как тихо... Нет, только убиваться я... одного раза не чересчур? Нашел. Ладно, Серега, не надо его использовать. Я возьму полегче, я возьму монетку. Это не полегче оружие. Это реально читерское. Только ты шпяни бочкани. Аккуратно, аккуратно. Ну, извини, Димас, если убью, то это обстоятельство будут. Так, челепиздрика трогать мы не будем. А ты что тут? Ты как он замораживается, деревяшкин? Где? Я бегу к офису. О! Смотри! Да блин! Мы живы! Я его заморозил! А я его убью! Да слышишь? Ты офигел, мистер! Я их заморозил! Ты задрал! А, меня монетка всрала. Она бывает как-то просирает, да, Серега? Да. Пацаны замороженные там стоят. Я их пойду размораживать. А я пойду их мочить, как разморозишь. Так. А, они уже живые тут. Не. Мертвые. Так, все, пацаны, уходите. Ты Джокера не разморозил. Ой. Прикольно оружие. Все, давай. А что будет, если я его заморожу? Ой, а что-то... Эй! Да что это за баг? Ребята, прикольная рубрика можно с этим придумать. Замороз правильного аниматроника. Можно как... А плохо, что ники не видно. Можно было рубрику сделать. Не убивать, а замораживать. Димас, да. Ты знаешь, заморозь его. Смотри, с этого челепиздрика падает капхедик. Пошел вон отсюда. А ну пошел вон. Эй. А ну пошел вон. Так, Серега, надо наши калитки раз... Эй, давай. Закрывай. Держу. Я ему сейчас в ногу буду стрелять. Да? Ах ты кабака такая, Димас, я умер. Я держу далеко калитку. Я его не пускаю. Отлично. Димас, я бегу. А, если он зайдет, я его заморожу. Да. Оп, давай, кто следующий? Я же говорю, я его заморожу. Они, Серега, безобидные. Ай. Отлично, калитки работают хорошо. Я разозлился. Прикольно, сок яблочный.
Так, ну, нормально все стоит, чётенько. Ой, это что-то какой-то баг. Пацаны нас хотят убить. Слышишь, идут, дверями щелкают. Да-да-да, вон он уже вылазит. Отходи. Хорошо, от давай. Опа. Это мой собрат. Опа, их уже двое. Ах ты жлоб, если ты сейчас превратишься, я тебя убью. Пацаны, открыта дверь, заходите. Я обманул. Да так нечестно через дверь убивать. Ты читер вонючий, как и я хотел сказать. Так, ты слаживаешь боньку постоянно. Я переодетый охранник, ты меня палишь, да? Конечно. Так, давайте посмотрим. Так, Серега, знаешь что? Давай я тоже возьму монетку. Оно вам не поможет. Ой. Димас, монетка всрала. Ой, Сережка! Ну блин! Обстоятельства! Давлю, давлю, там кто-то хочет наши калитки открыть. Нет, не хочет. Хочет. Бабушкины калитки в действии. Знаете, что это такое, да? Да. Запускать людей. Ой, я его впустил. Только ты ж добрый, да? Фу, ё-моё. Серега, я считаю, что пора их наказывать. Да, соглашусь, Димас. У меня уже терпение заканчивается. Пацаны, как вы думаете, если возьмем админский пистолет, долго вы проживете или нет? Нет. Серега, давайте, я вас открываю охоту на них. Бери админский декаль. Выдай. Выдаю. На тебе много штук. Я не знаю, зачем, но пусть будет. Пошли. Ой, а что это? Окей. Идем. Внимательно, внимательно чекай. Я вижу. Простреливай, Убил. Отлично. Давай, 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 давай. Пацаны, ну давайте, кто из вас на нас теперь? Вы уже не такие модные, как раньше. Где вы, где вы? Ой, да где мы в Караганде. Мы в Караганде. Ах ты, какашка такая. Хорошо. Волосатая. Мы с тобой вдвоем виноваты, знаешь почему? Мы поспешили. Надо было немножко осторожно находиться. Поспешишь, людей насмешишь. Так, Сережка, на. А, у тебя еще есть? Погнали. Ой. Не понял, я даже ничего не... О, Чика полетела. Пока, Чика. Открываем. Ты где, Димас? Я в пиццерии, на крысу здесь иду. А вот я вижу. Я вижу. Я за тобой. Так. Я иду проверять, Димас. Там аниматроники, которые бывают на расстоянии, а они уже кончились у них. Теперь обычные остались. Убил. Отлично. Двух. Еще один. Я слышу, кто-то крякает. Марионетку кто-то взял. Я. Подправим калиточку чуть-чуть. Я никого не вижу, Димас. Я иду. Короче, я чекаю два прохода. Вижу. Это добрый. Я его убивать не буду. Ах ты бомж. А я иду, иду на работу в пиццерию. Ой. Ты его заморозил, что ли? Нет. А чё он замороженный здесь валяется, челик? Где? Да вот. Ой. Ой, извини, Димас, обстрел. Нормально, нормально, веселимся дальше. Я думал, это пони, блин. У меня ж костюм переодетый. Да, ты слился с ними воедино. Так. Где вы? Ой. Отлично. Спасибо. Спасибо. Обращайся, у меня еще есть. Хорошо. Бон аппетитус. Так, Серега, а где ты? А-а-а, я в пиццерии без оружия. Так, я иду тебе оружие давать. Выбегаю, я выбегаю. О, он ушел. Я возле охранника, офиса охранника. Я тоже, я тоже. Я тебя вижу, твои ноги, на пекаль. Где? О, пистолетик. О, хай, Димас, как там сидит? Да нормально. Кто там орёт на нас? Нет. Там телепиздрика убили. Ай. Я Серега прикрыл. Прикрыл, но не Серега. Так что. Не-не-не. Так, я сижу на таком месте, меня никак не убить. Вот никак вообще. Димас, я думаю, пора еще более. Не надо на жестко пасывать. Всех телепиздриков забрать. Сейчас. Поймешь, Димас. Давай, давай, я сижу здесь в таком месте, меня ничего не достанет. Никто ничего не достанет? Ща. Вижу, 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 кто-то прошел там. Это добрый.
Я не могу пройти дверку. Ну все, пацаны, вы меня разозлили. Пацаны, они в ловушке. Серега, они в ловушке. Я их закрыл. Да, красава. Это ловушка для аниматроников. Тебе еще надвигаются. А челепиздри, казачки. Так, если я убью тебя, Савка, я не виноват. Димас, все, начинается. Через 3, 2, 1. Не, ничего пора не будет. Наказ... Я живой останусь. Пора наказывать. Давай. А, нет. Я хоть знал, где эта вентиляция, на кусок на улице торчит. А что ты взорвал вообще такое? Ого, их подкидывало здесь. Смотрите, сколько здесь пилпаков было, пацанам, на запись. Чё, давай. Я их замочу, Димас. Я тут взял пилпак, чтоб мочить аниматроников. Бум. Вот этот пилпак хороший. Мне нравится, прикольный. Серега, ты чё, псих, что ли? Да я так сделаю. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!